Я небольшой поклонник настольных карточных игр, но однажды, сыграв игру с Windows в большой компании, я понял, что необходимо обзавестись собственной копией. Это увлекательная веселая игра с простыми правилами, в которых напакостить противнику приятнее, чем победить. Цель игры проста – избавиться от всех карт, а с правилами разберется любой ребенок за несколько минут. Игроки ходят по очереди, сбрасывая карты соответственно цвету или значению, но вся динамика игры заключается в свинячих картах предписания или змеиных картах этикета. Делая ход карты предписания, мы создаем невыгодные условия для противника с целью увеличить у него число карт. Например, карта «Хопеж» обязует следующего игрока взять 3 карты из колоды и пропустить ход. Карты этикета же можно сыграть либо как стандартную цифровую карту, либо по прямому назначению. За какое-либо действие передать карту вне очереди другому игроку, обременив его еще 2 картами собственной коллекции. Да, тут придется следить не только за игрой, но и за поведением всех игроков за столом. Положил руку на стол – получи штраф. Стоит упомянуть, что игра любит скорость. Она становится гораздо интереснее, если ограничить время на раздумие. В игре легко перехватить инициативу и перевести штрафы на противника. Главное действовать быстро, быть внимательным и не жалеть врагов. Раз нужно подложить свинью, лучше побольше. Спасибо за просмотр. Вы смотрели канал Coldfield. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на канал.